Ну а прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала наша съемочная группа. Что в вашей жизни происходит интересного, что нового? Забил 3 гола. Играл в футбол. Отвела внука на спортивные танцы. Мне предлагают работу спортивным врачом здесь, в Саратове. При раздаче яблоки бабушки. Я купила в магазине Клерекс. Аккумулятор сломался. Вот на машине. Сейчас ходили посмотреть аккумулятор. Поступаю в медицинский университет. У меня вчера день рождения был. Прихожу в новую школу, меня это очень радует. Начал делать зарядку по утрам. Сделала компот из сливы с орбитом, без сахара. Вылечила ребенку зубы. Отремонтировал летом свою квартиру. Ремонт я делаю в своей квартире, вот, и наконец он заканчивается. Так что вот это меня очень, очень сильно радует.